Сегодня в России дети, живущие с ВИЧ, получают все самое необходимое для долгой и полноценной жизни. В наших силах дать им возможность дружить и общаться со сверстниками. ВИЧ не опасен для наших детей, когда они учатся или играют вместе. ВИЧ не передается через кожу, слюну. Мне дорог каждый ребенок, а вам?